«Следы деградации ночью замечены в центре Одинцова». Именно такой заголовок увенчал пост в одной из групп в соцсетях. Кто-то посчитал, что цветы на городской клумбе уничтожены вандалами. Разгорелась гневная переписка. В комментариях пользователи оставили немало возмущенных мнений. Ситуация не оставила равнодушных. Это, безусловно, радует. Мы решили разобраться, что же случилось с цветами на самом деле. Благоустройство зеленых насаждений на центральной площади города Одинцово происходит следующим образом. Осенью мы высаживаем луковицы тюльпанов. И они радуют нас в течение конца июня, мая месяца. Дальше тюльпаны отцветают. Мы выкапываем тюльпаны, готовим луковицы к высадке осенней. И дальше на их место высаживаются однолетние растения. Почему уборка цветов проводилась ночью, нам тоже объяснили. Вторая смена работников заканчивается около 9 часов вечера. Они подготовили тюльпаны к перевозке на хозтерриторию, а ночью цветы увезла машина. Так что по этому поводу точно не стоит паниковать. С нашими клумбами все в полном порядке. Ну что же, друзья, дело раскрыто. Теперь мы знаем, что таким образом клумбы просто готовят к высадке новых цветов. Следующими здесь будут петунии. Любите свой город, следите за его новостями, но не делайте поспешных выводов. Помните, что многое зависит от ракурса. Елена Морозова, Артем Ломоносов, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».